Добрый день, меня зовут Леонов Сергей, я психолог и автор проекта «Осознанное питание.рф». И сегодня мы с вами поговорим о самом эффективнейшем методе похудения. И я ничуть не преувеличиваю, говоря о том, что это самый эффективнейший метод похудения, потому что когда вы о нем узнаете, вы поймете, что все, что вы пробовали до этого, чтобы похудеть, это, как говорится, цветочки. Но сразу хочу вас предупредить о двух вещах. Прежде чем использовать тот метод, о котором я скажу, лучше всего, если вы посоветуетесь с врачом на предмет того, подойдет ли это именно вам. А второй момент. Этот метод достаточно необычный, и он действительно самый эффективнейший из тех, которые сейчас существуют для похудения. Но он требует очень четкого конкретного выполнения тех рекомендаций, которые там будут. Рекомендаций на самом деле немного, сразу вам скажу. Более того, хорошая новость состоит в том, что это не только самый эффективнейший метод похудения, но еще и самый легкий и самый быстрый. Не нужно будет ждать полгода, год, не нужно будет истязать себя диетами, голоданием, чего многие боятся, когда хотят похудеть. Все будет достаточно быстро, легко и действительно эффективно. Итак, если вы готовы после того, как узнаете об этом методе, проконсультироваться с врачом на предмет того, не будет ли у вас к нему противопоказаний, если вы готовы четко выполнить все, о чем будет говориться, тогда я думаю, что у вас есть все шансы на то, чтобы похудеть. Да, и совсем забыл сказать еще про третий момент. Этот метод достаточно необычный. Скорее всего, когда вы о нем услышите, первая мысль, которая у вас возникнет, ну, это как-то странно, нелепо, может быть, даже смешно. Так вот, сразу хочу вам сказать, если вы действительно хотите добиться результата, похудеть легко, быстро, эффективно, за короткий срок, тогда нужно будет отогнать все эти мысли и четко делать то, о чем будет сейчас говориться. Итак, готовы. Что нужно будет делать? Перво-наперво, с завтрашнего дня, если вы готовы начать прямо завтра, а не с понедельника, вам нужно будет исключить из своего рациона все продукты. Сразу скажу, чтобы вы не переживали, это нужно будет сделать всего лишь на несколько дней. То есть долго голодать не придется. Второе. В ближайшей аптеке вам нужно будет купить несколько препаратов. Первый препарат – это слабительные средства. Второй – это мочегонные средства. И также с завтрашнего дня начать применять оба препарата. В идеале, конечно, если на это время, пока вы будете снижать вес и худеть, у вас будет отпуск или, по крайней мере, возможность брать без содержания несколько дней. Но если совсем такой возможности не будет, в принципе, это тоже не сильно критично. Итак, исключить из рациона все продукты, купить слабительные препараты и мочегонные, начать их применять тоже с завтрашнего дня. Третье, это, конечно же, спортзал. Да? Либо вы идете в спортзал, либо вы начинаете бегать, или на крайний случай дома делать силовые тренировки каждый день хотя бы по несколько часов. Четвертый очень важный компонент. В ближайшем каком-то медицинском центре или спа-салоне, где есть эта услуга, вы записываетесь на лимфодренаж и прессотерапию. Это то, что поможет, с одной стороны, вывести лишнюю жидкость из организма, с другой стороны, укрепить ваши мышцы, разбить застоявшиеся жировые отложения. То, что поможет ускорить эффект. Ну и, конечно же, пятое, что очень важно, с завтрашнего дня вы начинаете пить примерно 1,5-2 литра воды в день. И шестой, последний, но очень важный пункт, несколько раз в день, каждый день, пока вы будете худеть, вы должны будете подходить к зеркалу, смотреть на себя в зеркало и говорить себе строго определенные слова. Я стройная, у меня все получится. Не добавляя ничего от себя, вот именно так. Я стройная, у меня все получится. Сколько нужно будет все это делать? На самом деле,
Все зависит от того, сколько килограммов вы хотите снизить. Используя этот эффективнейший метод похудения, вы можете скинуть примерно 10-15 килограммов за месяц. Кому-то больше не нужно. Ну, если вам нужно больше, вы можете пользоваться этим методом, предположим, 2 месяца. А в любом случае, за достаточно короткий срок вы сможете избавиться от очень большого количества лишних килограммов. Если вы четко будете выполнять все рекомендации, то у вас точно все получится. Возможно, кого-то, пока вы слушали, у кого-то уже возник в голове вопрос, а, собственно говоря, что же будет потом, когда вот вы скинете эти килограммы? Ну, во-первых, потом вы сможете насладиться результатами своего труда. Одеть любимое платье, сходить на работу, чтобы все подруги вам обзавидовались. Может быть, съездить куда-то отдохнуть и, не стыдясь лишнего веса, раздеться на пляже, загорать, купаться и так далее. Все зависит от того, какие у вас цели. Ну, а что будет, собственно говоря, потом, когда вы насладитесь результатами своей работы? Ну, потом с вероятностью 99% постепенно или же резко вы начнете обратно набирать все сброшенные килограммы. Возможно, через какое-то время, когда вы решите вновь похудеть, вы снова обратитесь к этому самому эффективному методу похудения. И снова, скорее всего, без труда легко и эффективно похудеете. Через какое-то время обратно, также без труда легко и эффективно набрав обратно сброшенные килограммы. И я не знаю точно, когда это произойдет. У кого-то это случится, может быть, на второй раз, на вторую попытку такого похудения. У кого-то спустя 5 попыток, у кого-то спустя, может быть, 10 попыток. Но я точно знаю, что это случится практически у каждого. Когда-то настанет такой удивительный день. На самом деле это будет очень обычный день, он будет практически ничем не отличаться от других дней. Может быть, это будет будний день или выходной. Может быть, в это время вы будете на работе, а может быть, дома. Может быть, вы будете чем-то заняты, например, будете вести машину или печатать что-то на компьютере. А может быть, вы будете лежать, отдыхать в ванной с ароматическим маслом или смотреть какой-то интересный фильм. Я не знаю точно, когда и где это случится, но с большой вероятностью это произойдет, когда в какой-то момент после 2, 5, 10 попыток похудения к вам вдруг придет озарение. Знаете, как вот раз и что-то внутри щелкнет. Психологи называют это словом инсайт, да, озарение, просветление, можно назвать это как угодно. Но в какой-то момент что-то внутри поменяется, и какой-то внутренний голос вдруг скажет вам: оказывается, дело было вовсе не в лишних килограммах и не в цифре на весах. Вот так.